В Молдове более 100 человек получат штрафы за то, что 9 мая вышли с георгиевской ленточкой. Представитель полиции уточнил, среди тех, кого привлекут к ответственности, 10 депутатов и епископ Бельцкий. Им, как должностным лицам, грозит штраф до 18 тысяч леев. Штрафы уже выписали на 103 человека, еще 36 нарушителей зафиксировали камеры наблюдения, сейчас их личности устанавливают и проверяют. В этот список попали и те, кто проезжал по Кишиневу на автомобилях с ленточками. По тем видео и фотографиям, которые вчера опубликовали в молдавских СМИ и пабликах, видно, что на улицах было гораздо больше людей с георгиевской лентой. На Марше Победы в Кишиневе был даже замечен человек с флагом Приднестровья. Многие вместо георгиевских лент выбрали красные ленты с изображением Георгия Победоносца. Были и те, кто приходил на праздник в одежде оранжевого и черного цвета. К примеру, вот этот мужчина надел футболку донецкого шахтера. По новому закону, принятому в Молдове, запрещено носить, продавать или изготавливать символику в оранжево-черную полоску. Нарушителям запрета на использование георгиевской ленты грозит штраф до 9 тысяч леев или до 60 часов общественных работ.